Всем привет! Это инструкция собиратора по сбору металлических предметов для дальнейшей переработки. Несколько важных моментов. Вторсырье должно быть чистым и сухим. Если отправлять его с экомобилем, сложите каждый вид в отдельный пакет и подпишите. А если вы чего-то не нашли в нашей инструкции, то не сдавайте, чтобы не засорять партию. Металл можно перерабатывать бесконечное множество раз без потери качества. Самым распространенным металлом для упаковки являются алюминий и железо, но в собиратор можно сдать на переработку чуть больше металлических фракций. Алюминиевые банки от напитков, консервные банки и мелкие металлические предметы, фольгу, аэрозольные баллончики и, конечно, крупные металлические предметы, например, сковородки, кастрюли или трубы. Эти подкатегории нужно сдавать отдельно. Ополосните их от остатков напитков и продуктов. Этикетки и пластиковые элементы отделять не обязательно. Консервные банки нужно сделать плоскими, чтобы они занимали меньше места. Для этого вскройте консервным ножом донышко, точно так же, как и крышку. Заправьте донышко и крышку внутрь и надавите на корпус. Алюминиевые банки можно просто сжать. Фольгу нужно плотно сжать, чтобы она не разлеталась при транспортировке. К фольге не относится упаковка из фольгированного пластика. Ее мы принимаем отдельно. А фольгированная бумага на переработку не принимается вообще. Это может быть упаковка от специй, шоколада или конфет. Аэрозольные баллончики нужно полностью использовать, а затем проколоть в хорошо проветриваемом помещении. После прокалывания сожмите баллончик, чтобы было очевидно, что он больше не под давлением. Баллончики от монтажной пены и огнетушителей не принимаются, поскольку они относятся к опасным отходам и требуют отдельной утилизации. Электротехника и батарейки не принимаются вместе с металлом, но их можно сдать на переработку отдельно. А еще осенью и весной мы проводим городские акции по сбору техники на переработку. Поддержать акции и стать их партнером могут ответственные организации по производству и продаже техники и оборудования. Ставьте лайк этому видео, чтобы его смогло посмотреть больше людей. После